Кстати, дай Не мне систем. надо. Что не надо? Не ровно. Не, говорю, да, хорошо, локс был. Арислин заберешь на себя короля и этого, и киглера. У Ориона на под... этих забираешь трэш, ну как обычно. На подсосе короля. Дима, твой, ну твои тоже эти. Полумесяц и крест. Вроде не лгаю. Все, рыбу хавайте. Рыбу хавайте. Давайте моя быстрее бить? Масло там. Ласки. Да, твоя бить. Моя сегодня бить? Ты бьешь. Пожалуйста, почему, блядь? Нага что, теперь не ест рыбу, блядь? Моя нажимает клик. Камешки возьмите. Нету. Да похуй, там у них хп меньше вроде, да? 23 ляма. Да. 35 же было. Или что, с нагу сломали или что, я не понимаю? Ну, да, чем там заниматься? Там рыбу уже не писать. Ест, рыба, все правильно. На, просто? Блядь, ну все, дайте рыба шкаф. Не ест рыбу, но. Шкаф дайте. Рислину. Хотим как анибал. Есть у кого-нибудь кабанчик, ну? Ему поставить. Ну, кабанчик. У меня есть вареная медуза, могу дать. Там дают 30-40 стамины. Что-нибудь, дает. Блядь, что это нахуй? Что это, блядь? Я ради тебя ну, сделаем ну, кабанчиков потом на следующий РТ будем ставить. Смотри, я нажимаю, блядь, и она не ест ее. Тыкать рыбу. Бурон, тыкать рыбу. Я понимаю, ты видишь на мне, что я ем или дебаф? У тебя ты просто баф... надо заниматься, подожди. Жду. Я вот вижу, мне прям пишут, ты тыкаешь рыбу, ты ешь. Нету, видишь? Если ты не сбросил сейчас только что. Ну серьезно, мне даже показывает, подумал, что ты ешь, жрешь. А вот, я пытаюсь, нихуя. Типа, у тебя раз через раз все нажимается. Я хотел есть и вообще ничего не ем, блядь. Да у тебя кап хп просто. Тупи. Какой нахуй кап хп, блядь? Ладно, все, короче, похуй забей. Кто-то закодировал нахуй нашу селедку, все понятно. Что с... Рыба. Рыба без водки это не рыба, нахуй. Вот и все, пошел за водкой. У тебя булимия просто. Ну, типа, молоко без рыбы, блядь, деньги на ветер, все, поехали. Что делать? Червячка замари там. Короче, нахуй на коробке. Писаки, ты тут? Не будет здесь. Писаки. Корова траву будет хавать, будет. О, Уриона, кьюсакью, прием. Что делать? Алло. Кьюсакью. Ваня, возьми, пожалуйста, файр-резист. Глю, забери этот вот. Это кто спрашивает, что мне делать? Я, Вар. Урион. На подсосе мобиков бьёшь. На подсосе мобов забираешь. Опа, ещё, дай третью ауру. Вот, возьми файр. Все отлично, просто. Кишикью, пылесони, когда будешь готов. Я, блядь, после рейда нахуй свечусь на бар, но это нормально, пацана. Вальмора чего не хватает? Маны ему не хватает. Сейчас я дверь открою, секунду. Кишикью рип, ну? Перезаходит много. Рислин, да, ты короля и это. И кригела. Да. Сука, я, кстати, убил, когда мне писали. Кишики, на что ты там? Не может тюрьму закрыть нахуй. Кишики. Что ты там лагаешь до сих пор, блять? Ну да похуй, начните. Ладно, все, окей, тогда поехали без него, он там потом подкатит. Тем более понятно, для пойму. Блять. Ну поехали. А Рислин, куда-нибудь вот снова поставишь крест? Своих пацанов. Стоим и ждем бога. Блять, ну. О, попроще играть. Да. Живую бомбу выносим, Синсон, скинь, бро, нажми раскол. Я тоже сейчас брошу. Трипл сбрось.
Ой, блядь, минус ли. Смотрите за гром. Ребят, пожалуйста, нахуй, смотрите за гром, блядь. Бежим с инста. Блять, вашу мать. Парни, блядь. ТПС серы хуевы, нахуй. Там как-то Мирай, блядь, схватил Олма. Очень не Олма, блядь, а Слепоглаза. Вопрос, как это произошло, нахуй, Мирай? Ой, блядь. Не Мирай, а Ресли. Нет, Мирай, по-моему, схватил. Ну не все на уровень, Мирай, блядь. Крош, блядь. Там глю, пацаны, пиздят. Типа класс 8000. Все нормально, надо по глазочку хуярить, Мирайч. Ты, блядь, дал по этому, нахуй, по слепоглазу, блядь. Чилик, нахуй. Пиздец. Нахуй, вот это... Бурун на ДК играет, и талант ДК не знает. Ужас. Похуй на это. Как он бы делает? Ладно, все, рыбу хамайте, фулбав порейду. Если вы, блядь, игру срываете, нахуй, стопайте свой, нахуй, ДПС вообще, нахуй. Особенно на первых открытиях, блядь, когда танки агро вообще не любят. Потому что здесь набрать агро сложно для них. Нехуй вырываться. Тикните. Давайте пулбаф дали быстрее. У меня уже достаточно таких предметов. И что там, релогаетесь еще? У меня быстро заходит. О, сейчас, блядь, прогружаться будет зато долго. О, поехали на рейде. Окей. Азерона, Яша, кнопка. Кнопка. Я подлагиваю. Сейчас. Кинкейд. А, Кинкейд. Кинкейд не умереть. Что там? У меня даже чека нету, если что. Ты релогался? Да. Я же тебе говорю, не надо было, блядь. Блядь, мне VPN вырубить надо было. А что, лагает с ним сильнее, что? Да. Чихай, ну. Ты через Францию заходил? Да, все, готов. Лагал. А что, блин? 5, 4, 3. Я тебе это забыл. 1. Глюк, я Борлан до Фендрира похилил. А Киглеру поехали, только не сильно, блядь. Яша, иди и бей на пуль на реслин Киглера. Красный язык прям. Ну зачем? Дикий секью. Альфред. Я ресну. Да что вы делаете? Ладно, короче, в пизду вообще, ебал я в рот нахуй. Не подходите нахуй вообще от слова совсем нихуя. Зачем она подходит и против? Хули шкиз, каким макаром тебя король начал бить? Что вы нахуй делаете, уёбки, блядь? Тупые, сука, нахуй! Там любое АОЕ по королю, они срывают. Там он же закрытый, типа, танк вообще... Зачем кто уешь, лишний подходит на первом поле? Ой, блядь, короче... Бэтфюри, дай ПР по Синсонгу. Альфредос. Альфредос по триплу, не надо. Сука, короче, нахуй. Вы меня, блядь, слушайте нахуй, а не вот эту всю хуйню. Закрыли ебальники, нахуй. Сейчас слушай меня, блядь. Когда бить нахуй, когда не бить нахуй. Срывает тут игру, нахуй, получает минус 2 косаря, нахуй. Все тихо, блядь. Заебало, нахуй. Сидеть нахуй вайпаться, блядь, из-за того, что, блядь, сука, гроид ебаная срывается, нахуй. Значит, нахуй будем ждать, нахуй, пока все не откроются, пока танки не наберут агро, нахуй. Если не можете, нахуй следить, блядь. Смотрим, КСК, атака, король, 6000. Сразу срыв. Ну, фурик. Ну, он вихрь, нет, вихрь ебанул, наверное.
На, он вихрь ебанул. Ёбаный цирк, нахуй. Сидеть вайпаться, блядь. Без вихря сыграй там, блядь, по нему, если ты собираешься играть. Без вихря. Вихрем въебал, все на тебя босс. Ринда. Так у него-то 4 раза, нет? А, типа... Стали быстрее, рыбу хамаем, поехали. Быстрее! Чё, понял, они сломали нагу. Там кто-то писал на форуме то, что не может хавать хавчик и жрать. Возможно, тоже нага какая-то. Вообще на полма. Сейчас стоим, просто ждем нахуй. Не бьем. Я буду говорить когда-нибудь. А счет, да? 4, 3, 2, 1. Стоим, ничего не бьем, даже если откроется. Нарислин на пульте пока. Все, поехали по чуть-чуть без ОЕ по киглеру. Без ОЕ. Синг. Трипл. Не, что это за хуйня? Танк в шипе. Забери короля. Стойте, не бейте, не бейте, нахуй. Стоп ДПС, не бейте. Блять, боб Альфредусу, боб Аль... Вы, сука, ебаные нахуй, блять. Боб, дайте по нему. Альфредус, Бер по трипл дай. По глазу сыграть, это нормально. Старайтесь без его ебить. Арислина прохил. Арислина, иди дальше, сейчас весь рейд откидывать будет. Куда ты, блядь, поставил? Блядь. Тебя не будем резать? КД Бэрина. Вейт Фьюри есть. Нету. Все, стопнули после по глазу, никто не бьет. Стопнули. По петус олм открылся. Отводи. Отводи, по олму играть. Можно с ОЕ хуярить. Одного есть шакала забаньте. Вот этого трипл забань звезду. Остальных пускай убивают. Миликом по этим. Да, милики играют по собакам. У меня повисло все. Господи, блядь. У меня зависло. На ты курсе работаем или кидаем собак. Кто там у нас? Фенрир больше сбаундить. Хорошо. Больше там же. Говори, чтоб. Говори, чтоб стопали примерно на секунд 5 после закрытия. У меня много дрона, нормально. Он все равно притан. На 60% там. Киглер, ДПС играли. Вот это по киглеру. Сбегай, Яшин. Вот паки герс. Эй. Если надо стереть, аж подойди. Надо, нет? Дриром, скидывай стаки, зеленка. Да,
да, после 5 скидываю обычно. Стоп, или ушли, верну. Очень медики. Тоже поедет. Вы ходите тут. Стоп. Пять играм. У меня есть баунт, если что, могу дать, когда вы будете. Подашь ты. Ну скажи, когда я не слежу за костюм. Отдай глю мастера на фаер. Глю забери фаер. Там гимн может еще. Надо гимн какой-то. Гимн пропой, пожалуйста, Вальмора, и поставьте там. Вейд Фьюри, пожалуйста, закинь. Давай, банд мастеров. Да. Не успел там тебя переебало что-то. Да, пересрался, крот, да. Или дефинерит бомба. Покрошусь так. Так, чувава, рейсни с Альфреда, что будет. Дефинерит много стак? У меня КДшится. Ну только сейчас он будет. Я больше 5 не набираю нормально. Надо глюса этот вот по откату Альфреда в эти грейсы. Зеро на пропагин. Опять заберите сорвали короля. Заберите короля. Чел, блядь, реслинщик, солнышко нахуй. Да его в шип кидает, что он сделает? Я вернусь. Забери с меня. Стол покинули. Реснул через 12. Нет. Бомба на Фенрире. Глюма срал по команде. Ты есть бомба тогда, да? Да, Альфред да. Сопрохим писал, интересно. Ну, Риона, можешь выводить собаку, а то вары хуели. По агру. Что ты шел? Стопните. Волн, поехали по волну, выводи. Я за уехал. Сосад, нажми низ. Забаньте одну собаку. Фенер себя забавил. Да, нажму. Сад, если ты еще не 10 секунд не нажмешь, блять. Инвиз. Лично покараю, блядь. Отлично. Я дам сокру. Колечко пропоешь. Субанная подавай.
Нужно поглю. White Fury, дай поглю. Я сам хил. Стоп по Олму. По Риду 5%. Пой гимн, Холи. Блядь, что там Райт откидывает? Если по глазу сыграли. Что там, БР откатился? Он заглагал, походу. Он же вышел. Там призрак. Ваф и Лок обновил. Вара, встань так, чтобы не дамажить этого Олма. Дай зубы мне, пожалуйста. Столкнули после того. Фигня, поехали. Я сейчас бегаю. Мы бегируем. Чё солить? Геру дадим на крошу, наверное. Хотя... Да, на крошу. Сейчас бы уже вторая была просто. Эс, кто-нибудь покидайте по Киглеру, когда бьете его, пока он откроет. Я кидаю. Володи тотем через 5. Короля. Будем... Забери короля. Будем ждать минуту. Я забрал, заберешься меня. О, Киглер в таргете держит. Отлично. 50 секунд ждем. Сейчас по Риду дам, Рейнер. Да, надо обязательно борьбу. Стопните по Киглер. Рейсни или Фредос? Ой. Чувак, Фредос. Рейс. И дай ему СС трипу. Киндер, давайте. Кто там у нас? Фигер, Киндер. Подруги дребафнется, да. Поводит Фюримана на... Вальмора, пой, Рита, ты. Есть время, дайте каску. Каску по локу дайте. Крош, поехали по крошу. Дайте Геру добивать. Выносите. Лагаешь, что ли? Нет. Где? Да. Прилагаешь? Дайте касочку, дали там. Дали. Я дашь его? Да, сюда. Глюк нажмешь, так круто же. Конечно. Блю нажимай. Блю, не вижу сакру. Блю, блядь, не сакру, а этот, блядь. Олма. Олма. Собака. Ты Олма-то забери. Прием. Ну ты не стой вплотную. Или ты массагра нажал. Крали быстренько, одну собаку зубами. Я не крали тап сделал. Фенер нажмешь саку, кнопочку, саку, кнопка и фенер. Да, да. Хорошо. Ух, где добить-то. Покиньте милик. Зерона пропалась. Так, сейчас попробую. Больно там, пацаны.
Готовьте сакры. Стоп, мяч полом. Стоп, полом. Сакры. Полом опять активен. Давайте полом играем. Блять, за 6 миллионов вы не успеете слить просто? Те, если... Не, давайте сыграем с воинкой, играйте по собакам, блядь. Хочется убежать. Скинь динер по грилу, по грилочной, чё. Ты дашь инвонт? А, да. И грю сам. Стоп, видите. Стоп. Грю сам. Можешь давать уже. Крош. Добили бы, наверное. Да, добили бы обязательно. Крош играть. Крош, что добиваем. Надеюсь, на ума. И стоим АФК. Ну нет дебафа, вернись его обратно. Дебаф точно. Собаку можете поиграть. Доля, доля, а ты где прикалывался? Почему ты ниже милишников? Чел, я бегаю в ММ и, блядь, стыкаю одну ебучую кнопку. Милишники АФК стоят. Не похуй. Забирай. Я могу побить, похилить, у меня персонаж сейчас будет больше стоять. Бей. Дал стил. Топните по себе, да. Олма, Олма добиваем. Все по Олму просто играем, просто мобов не будет. С бади так пустит. Все ждем с Благаза, пока мы регеним. В Альморе можно игр стоить. Чего он чуть-чуть сделал. У него там еще один бьет. По White Fury тогда забил. Колич пропой гейм на рит. Да. Бэр есть, он не живешь от тела, потому что... Сундук не лутайте, феникс. Труп не лутайте. Да. Это труп лутает, а сундук не будут. Которого нет. Короче... Следующие оставшиеся разы будет Серега танчить, будет короля просто. Что-то пиздец. Ну да, да. Знаешь, почему я хорошо не играю? Шипает. Они шипуют. Отойдите, отойдите, мили. Хорошо, по друидам. Давай сюда. Да дай сюда босса, блядь. Я 6 серию могу дать.
Давай, пока можно. После я него продлю. Нормально, минутная. Серому давай, серый еще. Давай, серый. Да, у меня сейчас берсерк. Серый заливаю? Давай. Или под берсерк? Уже. Смотри, за дебафу молос. Плохо вообще. Серега чисто пикует. Фредос, кстати, блять, минус ВП-шка. Не поняли, Фадо, что минус 10? Нет, не из-за этого. А что он там сделал, я не понял. А я смерть тебя просто линканул, нахуй, достаточно. ПБ милишники. Ушли, 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 мили, мили, ушли. Ты понял, да, что он посмотрел к этому крошку флэвичу? Его, по-моему, откинуло, нет? Нет, нихуя не откинул. Эх, Врион, Врион. Он убил, не дать отмоги. Нахуй, и потом получил поебальничку сверху крошу. Сейчас меня ради интереса у Рида фильма, то я посмотрю. Ну, смотри, если не откинул, потому что я не слышал. Ну, судя по всему, его била живой бомбой, и он, ну, под крошу потом... Ну, у меня есть такого гава, что пиздец, нахуй, это ротошка. Какая смерть, первая или вторая? Первая, первая. Вторая ты его убила, блядь, просто ваншот там с кушающей молнией. Чего не забафали там. Первая смерть у меня была от, ну, живая бомба, потом еще тот тим стоял в центре, на котором живая бомба. И потом это... Пошли, медленно сейчас как превратит. Пихуй бейте. Ну, ты задавижали, блядь. Так и не понял, почему тут он. Тут не, не лутаем. Все отошли от босса, блядь. Все отошли милики, нахуй. Все бались отсюда. Босса не лутаем. Заходи тут. Заебись, Делоранты пошло. Сейчас заново передаю. Давай сумнем Стинсонг. Да я уже подошел. Все? Давай. Да, может, сил, может, сил так. Не забирайся, фотки. Опять палится, не помню. Плащик от ПКД падает. Я, конечно, Энриру взял. Ох, не с ней ливай средил. Хотя, он мог ливать. Хотя лучше не ливай. Дробяшка нужна кому-то? Да нет. Уз забрали? Поехали. Да, я забрал. Сейчас я хочу... Я не понимаю, почему Альфредос... Сейчас еще раз, блин. Бля... Альфредос, вот на него кинулся живая бомба. А, я понял, почему он сдохнул. Короче... На него кинулась живая бомба, он пытался вынести ее, он ее не вынес нахуй, и кто-то еще один не вынес нахуй, и по нему въебало дабл дамаг, и он сдохнул. Дай кнопочку, Боб, по кому там Синсонг здесь. Дай по Синсонгу, Боб. Короче, Альфредес, ты в любом случае проебался, твой косяк, но кто-то там еще проебался, кроме тебя. Кроме него проебался. Не ПТ, не ПТ.
Да, мне подставить и, хотел просто громилу подъем. Стонг и аморалити 2. А, нет, тотем трепета Синсонга въебала живую бомбу. Короче, да, там типа такая хуйня была. Там Альфредес, во-первых, смотри, ты стоял сзади всех, ты мог назад ее вынести, типа не вперед. Ты зря побежал вперед. Мог бы выжиться тут назад, понимаешь. Там никого не было. Но все равно там твой косяк тоже есть. Долго думал его носить. Стоп, рейсница, будет фьюри. Еще все здесь, да? Кинкей. Давайте играем. Кто-то вечно отстает. Кинкей тут? А, присованьте меня, пожалуйста. Присованьте. Сейчас. Че, так может мобов сначала? Мобьем. Пошли. Да, шкаф тыкните. Бля, не 5 осколков осталось. Волос не облить. Эх, я за звездочки. Звездочки Ямирай, Кинкей, точнее Фенрир и Кинкей будут по... А, череп. Ну, Фенрир Яша по черепу, значит, что Кинкей нет. Поехали. Звездочку играем. Арисин, держи на себе гранил. Ребят, станьте... Блядь, ладно. Пожалуйста. Потом трепет, это шаманы поставьте, пожалуйста. И диспельте эфиры, чтобы нету. Не Вальмар, займись диспелом эфиров, пожалуйста. Еще не готово. Что? Кстати, Димка, ты что там промахивался станами на косты? Мирай, не кикнешь, блядь, кас нахуй со звезды, блядь, самый последний полутаешь топор с ЛК 25 обычки. Ну, он с хренка возьмет первым. Он просто все ебало кинет в епшках. Там новый контент срез, да, вот это вот, 100%. Отлично, звездочки. Альфредо, а с кем ты, кстати, в кару ходишь? Ну, у меня свой статик. Я понял, а что вы... Я не об этом. Сколько вы вообще закрываете? А. Два? Сейчас, подождите. Ну, мы, в принципе, доходим до гнева. Только один раз ходили. А, короче, вы 4 босса убиваете, я понял. Что-то так, ну, типа того. Он только формируется, так что... Оперу погибель убиваете, получается. Доля, ты получается лучше. Я, предлагал ему мой статик. Ну, Паша, у нас было одно КД, и у нас гибли 3 человека в вас день. Мы бы убили 6 боссов. Мы похуй. Сколько ты там цифру сказал сейчас? 6. Уака! А что не так? Мы убили 5 боссов без каких-либо травм. И у нас челы просто гибли. Мороз. Дева, ты смотри. Арана убили. До Арана, что ты читаешь? Арана, да? До Арана. Так, тихо, рыбу хаваем. Арислин, закрываешь руки справа, как обычно. Фенрир сзади. В центре. Разберетесь вдвоем, короче. Так, сейчас я пати сформирую сразу. Кто под ебалом остается? Кинкей. Кого кинуть? Ладно, я еще кит себя поставлю. Дамаж 700. Да, не хотя не, нахуя я себя ставлю? Там Ориона есть, нахуй. Пускай Ориона, блядь.
Баловрот, хоть один раз руки позакрываю, поднимаю. О, первое, второе... А, нет, стоп. Рисуем же. Не поставил, все, ладно, окей, я подъебал остальное. Первое, второе пати подъебало. Не, руки там закрывайте, не проебывайте. В эфире ГЦ с двумя камнями ночью. Хорошите на полба. С двумя чем? Фиолет. Камень ночью. А, забить. Сильно. Он же сотку на сумку кинул. Знаете, сколько этот яшма стоит? 5 голды, нахуй. Так, 3 планет, значит, все готовы. Поехали. Дай отчет. Уже не надо. Подъебало, сейчас все подошли, стали кашу. Тех, кто хуёво бегает. Подъебальничек. Гарга была 11. Да, гарга была 11. А. Подъебал. Угу. Кто 11? Как-то дернулся. Яд был. Ой, адски. Урион резко. Ой, блядь. Кнопка подойди, подъебала пока. Я резну. Кнопка подъебала. А, уже резнули. Урион, ребахните. Опять я адски. Блин, да вы заебали нахуй. Вы можете подходить. Кнопочка, под ебло. Лена. Была спокойно. А, это сотка была. Подъебала. Подъебала. Отлично. Все, кнопочку больше не надо. Уриона подъебали. Глюк, дай мне огонь. О, да хуя ярости, нахуй. Сейчас опять, блядь, адски будет. После печки сразу. Подъебал, но после печки, да, будет адски сразу. Хуя какая-то. Люди умирали. Дебафом следите, после дебафа сразу будет адски. Сейчас... Да, будет сейчас адски. Ушли. Подъебало быстрее. Геру дайте. А чё ж, быстрее всё. Ну. Вы если убегаете, убегайте. Я проебался с Герой не 5 секунд, но... Да. Подъебал. Если убегайте вправо, я его влево отворачиваю. Это уже точно стоит. Руки смотрите, там же кто-нибудь поднимал. Да. Адский. Нормально, я твердил как раз. Какого хуя? Я не знаю, что происходит. Он не успевает. Подъебало, все стали, короче, заебали нахуй. Опять адский нахуй сейчас будет. Ушли. Че за хуйня нахуй? Же урона там я ебал. 9 стак, не хватает. Подъебало. Убери Зоне руки закрыть надо бы. Закрою. Я 6 серьезно давать. А, 2 я человек. Пока нет. Приебал. 31, окей, нормально. Руки закройте. Давай. Так хорош. Приебал. 10, нормально. Конец будет очень больно. Ебал. Руки. Закрою. Две next закроем. Окей. Ебал.
нас 31 должен быть стак. Окей, нормально. Адский. Адский ушли. Они что-то с ним сделали. Почему у него резко без печки стало больше энергии? Они его переделали, нахуй. Подъебал. Заебись. Понял, что с боссом, нахуй. 4 бара нету. Они что-то с грулем сделали. Синсонг подъебало, 4 кнопки и глю подъебало. И Вальмора подъебало. Быстрее. Адски ушли. Блять, один не подъебал. Ладно, падайте. Бля. Они его переделали. Я сейчас смотрел, короче, прикол такой. У него 44 энергии было. Печки не было, нахуй. И у него резко сотка стала, нахуй. Что это за хуйня вообще? Кто-то умер, бэйби. Нет, никто не умирал. Короче, смотри, был 21 стак на нем этой хуйни. После ошеломляющего, ну, стало 31. Соответственно, 10 человек стояло под ебалом. И у него резко 100 энергии стало. Сколько было? 22? Было 21, стало 31. То бишь 10 человек, ну, было, засчитало. И после этого сразу адски последовал, у него 100 энергии, вот, и когда я умер, получается. Я умер от ошеломляющего. Сижу, думаю, может, это, конечно, хуйня, но... Maybe мы про кулацки прохилим. Стаки на стаку. Стак это стаки, 5%. А, точно. Я думаю, это пета не считает. Пет какой-то стоит. Стак считает, а для адского не считает его. Типа надо 10 игроков. Так там у нас и так есть 10, он 11 считает. Без петов, да? Да. Если какие-то проблемы. А, да чё вы паритесь, берёте, открываете полученный урон. Смотрите, кто меньше всего получил от ошеломляющего. Чё, ёбнулся, блядь, что ли? Ним, блядь, ты да, короче, кто-то под ебалом просто не был, ну. Да не, какая-то... По-другому, может, не может быть. Там раза 3-4 было по 9 стаков. На скеле написано, что типа, если менее 10. Это скиллы, я... забудь, что на скеле написано. Это типа пример написания. Не, ну как вариант, самое работает, идеально, охуеть, примерно. Самое логичное, что было 9 челиков. Ну, каким-то образом. Ну, в власте, да, по-любому было меньше, потому что он крутил босс туда-сюда. Ну, вот надо сейчас за этим посмотреть. Ну, не вовремя, да. У нас не было смысла, у нас не было 4 БР, блять, уже 5, там нет, было 6 стаков. Нет, мы сдохли из-за чего? Из-за сокрушающего. Значит, ты когда его крутил, не вовремя, под сокрушающего, вот не все... Когда Фиеста у Юни умерли? Когда мы вчетвером умерли от этого. Сокрушающего. Я крутил после печки и поставил его в нужное место, умерли это все в нужное место. Да сейчас посмотрим. Да, вот сейчас же перемотал. У вас там 10 человек, у него просто 50-100. До этого тоже 10 человек было, 7 стало 47. Все 7, 40 человек, это печка. 47 это печка. Это норма. У Ини, блядь, стоишь под ебалом, вообще никуда не отходишь нахуй все время, блядь. 120 тысяч урона ошеломляющего. Почему-то у всех по 180 и так далее. Ну вот, я под печку. А по нему, кстати, пару раз не прошел. У него он там стоял, посмотрел же. Ебал, все, ну типа вас просто сложило. Он мисс пишет, улетело. Мисс, если мисс, может не считать. И главное, ошеломляй, смотри, Уинни, после того, как тебя откинет в кресло, ты шаг вперед немножко делаешь, чтобы ты типа не считался, как вы выйдете. Это Сирус все может быть. Это всех касается. Херня это, смотри, я под каждый подбегаю, но я уменьшенный урон получаю, там вообще копейки, блядь. Херня там, посмотреть по урону полученному просто. Ну, блядь, я просто смотрю вообще в принципе, нахуй. Вот смотри, по сути, блядь... 118 или сколько тысяч я получил. Ну да, ты меньше всех. Потом у Ини и Насти вот идут. Остальные мне, все, блядь, 170-180, нахуй, получили. Дубовку жму, у меня УЕ урон уменьшенный по мне, так что я мало. Плюс еще щиты и вот эта вся хуйня. Вон. Яша, блядь, вообще больше всех 200к урона ошеломляющего получил, нахуй.
Ладно, если я поворачиваю босса под печку, вы, ну, типа, все равно бегите в красную. Я поверну его туда. Все, не переживайте. Получилась хуйня, что печка стояла здесь, а, блядь, те, которые бегают за спиной. Смысле, я тебе только дал, что еще нет. Чуть-чуть побежал влево, и получилась хуйня, короче. Я поверну все туда, все туда. Куда не надо бежать. Эй, Керчина полыбал. Че там? Кто там мой ПК писал? Я уже не помню. Альфреда с 5 минут ФК. Блядь. Мало ФК, что ли, блядь. Ну, как поехали без него поебать? Ну да, в принципе. А где он стоит? Под ебалом. Под лицом. Под ебалом, не совсем под ебалом, мы не там будем ловиться, поэтому похуй на нам. Давайте. Да, я чё, бы. Дайте, может, мы с СС потом встанем. 5, 4, 3, 2, 1. Там бесик локовский стоит, че твой Кирилл. Да там и гад. Мой, ну сейчас я его беру. Да, уже выкинул. Так, у него сейчас будет 45 стаков, подъебал. Подожди, а, он уже скидывался. Ебало. 32 нормально. Так, это 40, 93, подъебало. Еще можно мочь, что у меня есть. 10 ровно, нормально. Смотрите. 5, еще два ошеломляют, должно быть. Подъебало. 20, нормально. Поделить сюда. А еще один. Поле щит. Кнопочку давай на саку. Подъебало. Руки сзади закройте. Кто-то быстро. Все хорошо. Так, ушли с подъебало. Ушли. Подошли тихо. Подъебало, брат. Стой. Печка. Борланда прохил. Подъебало. Блять, ну тут петух ебаный. Ну я СС сдал по себе. Нормально. Ребаф не быстро. Быстрее ребаф дайте по мне. Не, доспех бафнул или другой. Броню. Адский. Пиздец. Прохил. Койл, нахуй. Подъебало. Герой заносит потом. Не подмножительно, ну. Подъебало. Быстрее. Нормально. Прохил. Сука, больно. Ну. Подъебало. Так, сейчас будет... давай Геру 5 секунд до даблрона. Истерю, да? Базерона, Фенрир, Грю, блять. Холсайт, Солсет, Аморалити, Камкэт ни одной руки не закрывают, просто пока стоят. Я прав, у меня время. Этот, тихо, Вайтфьюри дай БР по Фенриру быстрее, Альфредос по Азероне и Серый по этому, я блядь. Я у него не отдавал. Холсайт еще... Блять. Ушли. Блять, ну ребят, ну подъебало быстрее.
Один стак. Фредис, Адский. Заебали нахуй. Либо подобрать, киньте. Да. 12 было. Ровно 10. Подъебало. Зерно. Если что, мне два стака. Есть что. Руки, блядь, там смотрите, закрывайте нахуй. Все, блядь, подъебало. Особенно у кого стаков нету нахуй. Напоминаю, глыбой тоже можно, блядь, закрывать. Подъебало. 21 нормально. Я, короче, максимально глубоко. Я слежу сейчас за адским нахуй. Вижу. Следующие печки будут. Подъебало. 21. 32 нормально. Кровлинга прохил, но барон еще. Ваня, нужно будет сейчас сакру дать. За, так, сакру, после ошеломляющего уходим сразу. После ошеломляющего уходим сразу. Ушли, ушли, ушли. Подъебало вернулись. Подъебало. Я повернулся. Ебал, 21, 32 нормально. Да. Дай зубы по барлу до Вальмана. Я, не надо было, блядь, не надо. Сейчас как раз будет удар, с баунс даю одни. Так, под ударом. Слушай, из баунса. Ты из баунс оставляю, лучше вообще это под печку. 40 стак, блядь, и еще вот, самокон надо. Опять у нас дома магов показывают, как не закрывают. Надо, блядь, потом пересмотреть нахуй, кто руки не закрывает, и поминусовать нахуй. Ты ни разу не закрывал. Подъебало. Ну, на этом поле мне трижды приходилось. Два лишних стака, блядь. Убеди горгулю нахуй свою. Заебало. Три, четыре, 56. Два ошеломляющих будет и адский потом. На ману что-то надо. Сейчас. Колич пропорит. Заебало. Здесь так прям нормально. Сейчас один ошеломляющий будет, потом адский, либо сразу адский. Не должен ослабляющий. Ушли, ушли, ушли. Вернулись, подъебало быстрее, подъебало, подъебало. Да, нормально. Моралити, вставай сам. Перебахнули шамана, прохилили. Я наставил айсбаунд, если что. Подъебало. Крик на хп обновить. Ваня, если что, подъебал, будет закрыть? Ваня, сейчас я надо так... будет... Не, мы геру еще не давали. Мы еще геру не давали. Вернее, нет. Дайте еще одну геру. Подмножите, пока не надо. Подъебало. Не могу еще закрыть колледж. Я не закрою больше мили. Ладно, я мили тогда закрою. Иди в мили, я могу еще. Можете мили давать геру еще одну. Подъебало. Либо 21, 33, еще один тьму и пет, понял. Ваня, сейчас готовь. Так,
Не, сейчас ошеломляющий будет, после ошеломляющего сразу печка. После ошеломляющего уходим сразу. Ушли, ушли, ушли от босса, быстрее. Все, под босса вернулись. Подъебало. Я закрою, хоть. По-моему, не скуди. Ай, чувак, по кнопке. А, не, нормально, нормально. Зубки мне давай, подъебало. Дай ему зубы прямо сейчас. Прямо сейчас. Еще какой-нибудь сейв. Подъебало. Нормально. 44 стака дохуя добивается. Блять. Видишь, какая стрия полетела, ты видишь? О, шея. Да, бесовая. По КД падает эта шея, по-моему. Кроме ее больше ничего. Перчин, он сайт выпали на тебя доли. Бисовина, посмотри. Чё там выпало? А кто у нас вары? КСП, по-моему. Или Уриона. Кто у нас в танке спекает с Уриона? На тебя ты нас. Да мне нахуй не надо. У него Скара есть. Утонул шмотки, Фенрич. Да. Да кому из варов надо эта хуйня сразу дам? Кто вообще танк? А ну фишки не спекается на увините. Уриона танк. Десятку снимите. У меня Скара. Уриона Скара есть. Я так, поехали. Поехали. Перчи. Я сниму. Сотка Маранич. Давай, Бен. Сверчок. Володя, второй. Обмен мне давайте. Везде. Бальмора за 10, да? И дальше. Сколько, блять, я не то кинул, ну ладно, похуй делать ставки на то. 1к ставят, ебать. 7 нахуй. Mm-hmm. А, есть. Хули, так попытайте удачу. А, давайте на второй спек, по мне. 11, да. О. Ой, охуели, я по 13 забирал, нахуй. Еще делать ставки. 15 рейд. Опа, нахуй. Серьезные ставки, да. Скажи шаг 5к, ебать. Ну ты 15 переборщил, мне кажется, Рин. Да, ща похуй. Я куда-то трачу, нет. РНХ берут, нет. Ну и нахуй мне надо. Ну давайте нахуй тогда. Веселенько, я дальше продолжу. Хоть и блядь, смотреть, как у людей тает, это заебись. Вот номера я забирал эту хуйню. У него блядь, епашечка на глору собирается, нахуй. Не, ребята, блядь, 500 ставка после 10, нахуй, кисайте. Один косарь минимум. 10 хиллсайд пока вижу. А, да, хиллсайд с 10, когда. 500 можно, да? Нет, 500, когда 500, 500, все. Чевева. Ну, все, пусть забирает. Хиллсайд 11. Хиллсайд имен. Давай, дальше. Сейчас разролим, потом не поймем. Хорош, ебать, давай сюда. Макет 11. Ой, фуди, десятки нет, конечно, ладно. Это не десятка, это 10 ЕП было, ебать. Тепло. Видел, я почти выиграл, блядь. Макет обмен. Что там, что-то придумать 10к, просто 10 поставил. Так, дальше. А че не лутаешь? Дайте мне мой фон. Доля, ты где, нахуй? Доля, да, держи. Очередная. Я забыл тебе дать, блядь. Вот шлем, хорошо. Коллекция. У меня уже пятый, по-моему, такой шлем.
Вова, перестань, фу, Вова. Знаете, сколько Вове эта шея дает? Плюс один ко всем статам, характеристикам. Вот ровно плюс один. Зато плюс один, я теперь могу шею брать в два спека разных, а не в один, блядь, ходить. У меня кроме четыре, блядь, нахуй. Больше ничего в том спеке нет. Одинка. Окей, давай, Вова, обмен. Ты шлем дарит, долбоёб. Володя психанул. Да нахуй ты мне печеньку свою суёшь? Шлем давай. Доля обмен. Налиш. Плачь. Да. Это было 10 тысяч, да? А, у тебя нету, блядь. Ну, 4 тысячи. О, подожди, это не то, фиаско, это не то. Ой, блядь, подожди, да, точно. Доля карты, когда минус 10. А я еще бы крудак теперь найти, Т4. White Fury, смотрим. Она идет вообще на сову, нахуй? Кто-кто? Это шея на сову. Сейчас все будет, подождите, я по порядку в сумке. У меня в сумке пора, ну, бардак. Блядь, плащ, плащ. Как кольцо, блядь, пошли по этому. Реслин 10. Робяр. Тебе нит, Реслин? Нарисли на меня. На мишку бы взял, слышь. Ох, как истерик там, ну. Нихуя себе! Давайте 6-100. Не, больше 6 нахуй за эту хуйню не надо. Топовая шмотка, она вообще не падает, надо брать. И это да. Сопер упал. Ну, чувствую нахуй на следующем, когда панает сопер, ну, при вкушении, реальность. Ну, давай на скрещики. Да похуй, это ЕП, ну, че, поебать. ЕП собираю нахуй, ЕП, в принципе. Мне с 25-ок просто больше ничего особо не надо, кроме этого жезла. Ну, хера себе, Феникс 57-й, ничего себе вообще, пиздец. Какой? Да. Феникс 57-й? 51-й. А что мне показали 57-й? 57-й. Чё, Толгородскую тюрьму выпустили? Давай, обнуляем ЕП, ебать. Смотри, ой, вот сейчас я нахуй. Это Кусыкуй 57-й. Не-не-не, смотри, сейчас, подожди, сейчас. Ну, бак у тебя вижу, блять, ну охуеть, всем похуй. Чё, завтра ИВК получается первое, да, будет? Обычки, значит, что-то лучше. А. Порван, перекинь мне на это. Нет, завтра обычки первые. А у тебя стоит как твинк никого. А я не, ребят, ребят, да, обычки с баром. Ребят, я не пойду в эту тюрьму нахуй, в пизду.